как бы 10 часов вечера. Почему бы не поесть? У-ху! Диета. Сегодня у нас фотосессия. Девчонки, вот девчонки, девочки, не видели Кэти? Кэти вышла. Не показывать? Ладно. У нас сегодня фотосессия. Yes. Хотела сказать опять насыщенный день, но подумала, что мы часто используем это слово в последнее время. Привет, ребята, у нас сегодня фотосессия для Космополитен. Аня! А вон девчонки уже готовятся фотографировать. Девочки! У кого? Давайте попробуем. Заряжаясь положительными эмоциями, мы... Так, мы что-то отмечаем или нет? Я пока... Еще пока ничего нет. Да, сейчас. Прекрасная погода, да, у нас? Да? Класс! Девчонки, пойдемте купаться! Очень нужна ваша помощь. У нас потоп в Киеве. И у нас вопрос, стоять в пробке 40 минут или поехать на метро? Намочить себе ноги и заболеть. Вот там, смотрите. Как вы думаете, как нам доехать домой быстрее? Пам'ятаєте свого улюбленого вчителя, який завжди вас надихав, і наші уроки вийшли з задоволенням. Тоді обов'язково номінуйте на Global Teacher Prize Ukraine та виграти квитки на наш сольний концерт. Воздушний поцілуй відправляй ко мені в камеру. Ко мені в камеру. Поцілуй. Красота. Пересматриваю фотографии. Сейчас перерыв. По-моему, макияж смотрится бомбезно. Посмотрите. Макияж делала я, укладку делала Лолита. Очень мне тоже нравится укладка.